Охранять природу значит любить свою родину. 12 месяцев в году для посещений и научной деятельности открыт заповедник Утриш. Работает он всего 5 лет. Таким ухоженным и красивым он был не всегда. 5 лет назад начали с вывоза мусора, навели порядок, провели восстановительные работы. Береговая линия заповедника 12,5 километров, более 200 видов водорослей в акватории, более 400 видов животных, 72 вида вымирающих растений, которые занесены в Красную книгу. Некоторые из них произрастали еще в доледниковый период. Таких уникальных уголков-реликтов на планете остались единицы. Рождение каждого заповедника – это, в общем-то, очень маленький, хоть небольшой вклад, но это существенный вклад в сохранение все-таки нашей матушки Земли, вообще планетарных экосистем и, в частности, экосистем данного региона. В заповеднике идет колоссальная работа – научная, природоохранная, работа с детьми. Ко дню рождения любимого уголка природы маленькие анапчане смастерили своими руками тематические открытки. Благодарственными письмами и почетными грамотами за проделанную совместную работу руководство Утриша наградило своих сотрудников, энтузиастов, волонтеров и партнеров. Телекомпания «Анапа Регион» тоже была отмечена благодарственным письмом. День рождения не обошелся без развлечений и подарков. Ученых, стоявших у истоков создания заповедника, приняли в «Зеленые пионеры». Эта территория уникальная, что это жемчужина, находящаяся в таком хрупком бокале, который легко разбить. И чем больше люди проникнутся к территории, тем больше они будут участвовать в процессе сохранения этой природы. И это, оказывается, пойдет всем на пользу. В планах ученых – восстановление утраченных экосистем и возвращение естественных для Утриша животных – рыси, серны и других. Поздравляем юбиляров и желаем самому прекрасному месту нашего курорта, удивительному заповеднику Утриш, успехов и процветания.